Right to Life presents. Мы сразу хотим сказать нашим зрителям, что кенгуру не так безобидны, как может показаться. Жительница австралийского штата Виктория получила серьезные травмы после того, как во время выгула собаки ее атаковал кенгуру. Австралийка по имени Дина выгуливала собаку на побережье. Она отпустила питомца с поводка, и собака погналась за кенгуру. Хозяйка попыталась оттащить собаку и столкнулась лицом к лицу с сумчатым. То, что было потом, мы рассказывать не будем, но воспоминание о случившемся останется с Диной на всю жизнь. А теперь вернемся к нашей истории. Мужчины отправились на экспедицию в Австралии. Все было хорошо, пока мужчины не услышали вой. Они сразу поняли, что с одной из их собак случилась беда. Когда они поехали на машине искать свою собаку, то не сразу смогли поверить в то, что увидели. Собака не могла пошевелиться, ее за шею крепко держало кенгуру. Оно не давало собаке никаких шансов. Мужчина, не раздумывая, побежал к своей собаке на помощь. Приблизившись к нему, мужчина понял, что кенгуру не собиралось отпускать собаку, но появление мужчины отвлекло животное, и пес резким движением смог выбраться из лап дикого животного. Но на этом все не закончилось. Кенгуру переключилась на мужчину, и казалось, что теперь все так просто не закончится. Мужчина, недолго думая, стукнул кенгуру. Животное не получило никаких травм, но остановилось и не решилось дальше атаковать. Тут на помощь к мужчине прибежала еще одна собака. Мужчина не хотел навредить животному, и кенгуру, постояв немного на месте, поскакала по своим делам, а мужчины, забравшись в машину, поехали в свой лагерь. Как потом они рассказывают, кенгуру нельзя винить, оно просто защищало себя от непрошенных гостей. Пес мужчины отделался легким испугом и небольшими царапинами. Хорошо, что эта история так закончилась. Уважаемые зрители, если вы живете в местах, где водятся дикие животные, мы настоятельно просим проявлять осторожность ради вашей безопасности и безопасности ваших животных. Ставьте лайки, оставляйте комментарии и подписывайтесь на канал. Вместе мы сделаем мир чуточку лучше.